Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. В корейской версии игры ArcheAge не так давно был добавлен новый ездовой питомец. Весьма необычный питомец. Это крокодил. Что за хрень у меня в голове? О, так лучше. Так, о чем я... новый питомец. Весьма необычно среди ездовых питомцев обнаружить крокодила. Я пока не нашел видео, как именно передвигается игрок на данном питомце. Если кто думал, что в реальности крокодилы медленные, то вы заблуждаетесь. Также и в игре у питомца будет стандартная скорость передвижения по суше, а это 11,5 метра в секунду. Но также, как и в реальности, крокодилы хорошо передвигаются в воде. И в игре они также смогут передвигаться в воде стандартной скоростью 6,5 метра в секунду. Стандартная скорость — это я имею в виду без брони. А броня у данного питомца имеется своя, специальная. Но это не удивительно, это же крокодил. Как раз в этой броне и находится питомец на картинке. Как вы там, песенку про крокодила не напеваете? Данный крокодил, конечно, уже весьма неплох, а его умения лишь увеличат желание его приобрести. Первое умение – это рывок. Скорость передвижения питомца увеличивается на 50% в течение 10 секунд. Второе умение – это укус. Питомец кусает противника и наносит физический урон. При этом наносит цели кровоточащую рану, причиняющую урон в течение 14 секунд. Если вы используете укус, находясь в засаде, это его пятое умение, то вы нанесете противнику усиленный физический урон и оглушите противника на 3 секунды. При этом также нанесете кровоточащую рану. Третье умение – удар хвостом. Взмахом хвоста наносит физический урон противникам, а вблизи стоящей цели оттолкнет на 5 метров. Данное умение также наносит урон и технике. Это трактора, корабли, танки и так далее. Четвертое умение – прорыв. В течение 3 секунд питомец мчится вперед, отталкивая и опрокидывая врагов перед собой. Пятое умение – засада. В течение 1 минуты питомец становится невидимым. В скрытом режиме скорость передвижения снижается на 50%. Вот такой у нас очень необычный получается питомец. Как вам крокодил? Оставляем свои мнения под описанием в комментариях. Также не забываем поставить лайк данному видео, мне будет приятно. А если вы еще не подписались, то подписываемся, чтобы ничего не пропустить. На этом еще раз все, всем до завтра.